Ребята, всем привет! Сегодня мы будем с вами изучать названия фруктов. А вы знаете, как называются фрукты? Но сначала не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые и интересные видео. Ну что, начнем? Ребята, думаете, какой мы сейчас будем фрукт изучать? Сейчас я вам загадаю загадку. Слушайте. Жарким солнышком согрет, шкурку, как в броню одет, удивит собою нас толстокожий. Кто это? Ананас, правильно. Что за фрукт поспел в садочке? Кость внутри, в веснушках, щечки. Прилетели к нему осы, сладкий, мягкий. Абрикос, правильно. Вкусно пахнет Новый год, скоро-скоро он придет. Пахнет он смолистой хвоей, мандаринов кожурой. Пахнет сдобным тестом сладким и ванильной шоколадкой. Мандарин. Правильно, ребята. В желтоватой корочке розовые долечки. Этот горький кислый фрукт называется грейпфрут. Яркий, сладкий, налитой. Весь в обложке золотой. Не с конфетной фабрики, из далекой Африки. Что это? Апельсин. Знают этот фрукт детишки. Любят есть его мартышки. Родом он из жарких стран, в тропиках. Растет банан. Я румяную матрешку от подруг не оторву. Подожду, когда матрешка упадет сама в траву. Что это? Я маленькая печка с красными угольками. Что это? Подумайте, ребятки. Да правильно, гранат. Все о ней боксеры знают. С ней удар свой развивают. Хоть она и неуклюжа, но на фрукт похожа. Груша, правильно. Вкусом терпко сладковат. Внутренность как будто ват. В южных странах вырастает фрукт оранжевый, все знают. Рода женского она. Догадались, что хурма. Груша, яблоко, банан. Ананас из жарких стран. Эти вкусные продукты вместе все зовутся фрукты. Правильно, ребята, сегодня что мы с вами изучали? Фрукты. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь. Не забывайте на мой канал, чтобы не пропускать интересные новые видео. Пишите комментарии.